они накладываются друг на друга. Колечки здесь. Это дает тоже плюс определенный к защите. Но, конечно, минус у нее очень существенный. Сейчас я покажу его. Сейчас найду кое-что. Ты постой. Вот стоит у нас человек. Мы можем достаточно безболезненно сделать ему вот так. И ему пофигу. Но вот так он уже будет чувствовать себя неуютно. Согласен. Это тупой ножик. А если это, не дай бог, будет что-нибудь бронебойное, типа вот этого, то есть вот про пику разговор был, зачем у нее четырехгранное острие? А это чтобы вот таких вот граждан прокалывать хорошо. Потому что четырехгранная, она хорошо прозрывает. Как это происходит? Вот так. Вставили в кольцо и тянем, и получается разрыв. Пример. Вот это та самая с улицы, кстати, да? Ну, представим, что это просто большая стрела такая. Она, заходя в кольчугу, может погнуться, потому что она плоская. А вот четырехгранный наконечник, он не будет гнуться. Он вот этого замечательного юношу проткнет, как я не знаю кого. Просто проткнет. Он будет себя очень некомфортно чувствовать. Вот. Но есть плюс. Он, вот видите, у него все дышит, он такой дышит хорошо. В них, в принципе, можно даже плавать, но просто немножко тяжеловато. Можно, в общем, вполне себе бегать. Но если его начнешь бить там, он получит тяжелую тупую травму. Может быть, его там удар клинковый не просечет, но он умрет от обширных гематом, которые от перелома костей и внутренних разрывов внутренних органов произойдут. Такая у него будет насыщенная, короткая, но яркая жизнь. А вот сюда, если мы тыкаем, то у нас все, в общем, немного лучше. Потому что, ну, прямой удар здесь, только копейный прямой удар тяжелого серьезного копья может пробить этот доспех. И с бронебойным наконечником здесь тоже не так все хорошо. Он, да, пробьет его, но он войдет, ну, вот так. То есть там поцарапает, будет ага. Человек будет делать вот так, ага. Сделать вот так и будет вас рубить. А, вот, как-то так.